участию в команде мы приглашаем, в первую очередь, молодых специалистов, то есть сотрудников предприятия госкорпорации до 35 лет. Кандидатам для того, чтобы стать членами клуба, нужно будет пройти серию отборочных туров, которые будут проводить на такие «Что, где, когда». А для того, чтобы стать кандидатом, нужно оформить краткую заявку, то есть свою фамилию, имя, отчество, фотографию, указать предприятие, на котором человек работает, и должность, свои контактные данные, чтобы можно было связаться, и отправить эту заявку на адрес электронной почты департамента коммуникации. Адрес очень простой, пресс, на конце 2С, @rosatom.ru. Первый отборочный тур в Москве, для тех, кто сможет приехать в Москву, состоится уже 23 марта.